Привет, друзья мои дорогие. Посмотрела я, что называется, на дысь ролик из Японии, из Токио. Замечательный, хорошо смонтированный, посвященный тому, как одеваются люди в Токио. Дай, думаю, я покажу моим друзьям, как одеваются на Канарах. Ну, одеваются довольно, я бы сказала, примитивно, комфортно, просто и по-туристически. Рюкзачки за плечами, поскольку удобно. Ну вот девочка в обтянутом платьице явно не туристка. А в основном все одеты очень просто и комфортно. А мне лично гораздо интереснее смотреть, во что одета пальма. А, да, вот секьюрити. Очень симпатичная одежда. Ну, вот собачки одеты тоже довольно-таки оригинально. Мама и дочка, как выяснилось. По-моему, дочка, которая больше лает. Мама более степенная. А мне интереснее, во что одевается фламбоян. Я вам уже его показывала, рассказывала. А вот так украсила себя пальма. Посмотрите, какие у нее сережки нежные. Чтобы вы не скучали, я вам покажу, как одеваюсь я.